яблони Афродита. Среди сортового многообразия яблонь иногда бывает сложно выбрать одну, отвечающую всем запросам садовода. Одни деревья отличаются устойчивостью к холодам, другие – красивыми вкусными плодами, третьи – иммунитетом к болезням. Но встречаются и универсальные сорта, объединяющие в себе сразу несколько преимуществ. К таким относится культивар с красивым названием Афродита. Это сравнительно недавно полученный сорт, постепенно получивший распространение и в России, и на территории СНГ. История сорта. Афродита представляет собой зимостойкий столовый сорт яблони, внесенный в коллекцию в НИИ плодовых культур сравнительно недавно, в 1981 году. На испытание нового сорта в Центральном Черноземье и на Нижней Волге было потрачено 25 лет. В результате селекции сорт приобрел ряд устойчивых полезных качеств, в частности, содержание иммунного гена VF. Он делает яблоню невосприимчивой к 5 разновидностям грибка, провоцирующего появление парши. Сортовые особенности. Афродита – сорт самобесплодный, требующий соседства пылителя-партнера. Для этой цели подойдут два сорта курнаковское, также самобесплодное дерево, и позднее строевское. Выбор именно этих культиваров обусловлен совпадением сроков плодоношения и цветения с афродитой. Эти сорта также устойчивы к парше. Продолжительность жизни яблони сорта афродита составляет около 60 лет. Плодоносить дерево начинает с 4-5 года. Войдя в пору наибольшей продуктивности, афродита может похвастаться урожайностью 150 кг с одного ствола. Причем периодических спадов обильности урожая не наблюдается в течение многих лет. Яблоня Афродита хорошо переносит зиму, устойчива к перепадам температуры и резким переходам от оттепели к морозу. Устойчив сорт к грибковым заболеваниям, что делает ненужными профилактические обработки. Яблоня Афродита потребительская, полная зрелость плодов наступает только через 2-3 недели после сбора, приходящегося на середину-конец сентября. Но хотя сорт относится к ранним зимним, сохранить яблоки дольше 3 месяцев без переработки не получится. На заметку, из плодов яблони Афродита можно изготавливать джемы, соки, сидр, повидло, пастилу, сушки и, конечно, употреблять эти полезные фрукты в свежем виде. Деревья сорта Афродит отличаются быстрым ростом, округлой, не сильно загущенной кроной. Формирование скелетных ветвей под прямым углом к стволу делает яблоню довольно раскидистой. Кора взрослого дерева гладкая, зеленоватого оттенка. Молодые побеги бурые, с легким опушением. Высота яблони может достигать 10 метров. До цветения на ветвях можно рассмотреть мелкие почки, прижатые побегом. Самые крупные со временем разовьются в цветке по 4-6 штук в зонтичном соцветии. Лепестки бутонов, окрашенные в бледно-розовый цвет после раскрытия, становятся почти белыми. Цветы среднего размера, по форме напоминают блюдца. В центре каждого расположены сросшиеся пестики и пыльники по 10-20 тычинок. Листья появляются в одно время с цветами, но растут медленнее, из-за чего в период цветения почти не видны, теряясь в россыпи цветков. Взрослый оформившийся лист имеет продолговатую форму, темно-зеленую окраску с желтоватым оттенком. Край листовой пластинки волнистый, на нижней стороне заметно легкое опушение. Черешки средней длины, также слабо опушанные. Дерево яблоки, созревая, приобретают приятный малиновый окрас кожицы в виде пятен с полосками и крапинами. Сама кожица на ощупь гладкая, с маслянистым блеском. Плоды небольшие, до 140 грамм максимум. Отличаются усеченно-конической, немного сплюснутой формой. В составе содержится 12% сахаров, 0,46 титруемых кислот, 11,5 мг, 100 грамм аскорбиновой кислоты и реактивных веществ, 367,8 мг, 100 грамм. Семечки среднего размера, коричневого цвета. Семенные камеры закрытые. Мякоть яблока белая с розовыми прожилками, сочная, с характерным кисло-сладким вкусом. Посадка и уход, нюансы. Яблоня Афродита неплохо переносит близость грунтовых вод, но лучше все же высаживать ее на небольшом возвышении. Сорт отлично приживается на солнечных просторных местах, где ему не мешают соседние растения. От сильного ветра дерево желательно поберечь, чтобы ветви не ломались, а яблоки не осыпались раньше срока. На месте старых яблонь сажать Афродиту не рекомендуется из-за риска перенести на молодые саженцы болезни, возбудители которых могут оставаться в почве.
специализированные магазины приобретать саженцы яблони желательно проверенных продавцов, обладающих необходимой документацией. В случае покупки с рук у ненадежного поставщика стоит внимательно следить за развитием деревца, оно может быть заражено болезнями, признаки которых проявятся с течением времени. При покупке важно обращать внимание не только на внешний вид саженца, но и на его упаковку. Не пересушена ли почва, торф, закрывающий корни? Нет ли на нем старых листьев, могущих скрывать в себе вредители или болезни? Не видно ли насекомых? На заметку. Лучше всего приживаются 2-3-летние саженцы, в идеале стоит приобретать только их. Оптимальное время для весенней посадки наступает в середине апреля, для осенней – в конце октября. Яму стоит подготовить за 7 дней до предполагаемой посадки. Характеристика почвы может быть любой, яблоня Афродита не требовательна к ее структуре и составу. Вкратце процесс посадки можно описать так: готовится посадочная яма диаметром 1 метр и глубиной 0,7 метра, в нее засыпается рыхлая земля. С небольшим количеством минерального удобрения формируется холмик, в центр ямы вбивается колышек опора, корни растения расправляют. По холмику и засыпают землей так, чтобы корневая шейка выступала на 5 см над грунтом, землю утрамбовывают, производится обильный полив до 5 ведер на одно деревце, приствольный круг мульчируют перегноем или торфом, полив повторяют раз в 7 дней. Дальнейший уход за прижившейся молодой яблоней не составит труда. Достаточно проводить полив 5 раз за сезон, но если лето выдалось слишком жарким, придется делать это чаще. Молодым деревьям удобно устраивать дождевальный полив, смывая с них пыль и отпугивая насекомых. Большие яблони поливают из ведра, предварительно взрыхлив почву у корней. Одному дереву достаточно 3 ведер воды. На заметку, для засушливых районов применим капельный полив. Весной или осенью проводится санитарная обрезка с удалением поврежденных, засохших и неплодоносящих ветвей. Также можно удалять старые ветви, омолаживая яблоню. Если важен не только урожай, но и декоративность, проводится формирующая обрезка с удалением некрасивых и загущающих крону веток. Прореживать можно не только ветви, но и завязи. Это даст возможность вырастить более крупные, развитые плоды. С этой целью период цветения обрывает несколько завязей или цветков в одной группе, оставляя 2-3 на своем месте. Ежегодно под корень яблони вносят как минеральные, так и органические удобрения. Количество их будет зависеть от величины самого дерева. Также стоит проводить прополку приствольного круга и рыхление, особенно в период подготовки к зиме. Обладающая врожденным иммунитетом к грибку, яблоня сорта Афродита не боится болезней. Профилактической мерой защиты от вредителей считается побелка нижней части штамба, мелом для молодых растений, известью для взрослых. Известь уберечь яблоню от порчи грызунами поможет обвязка ствола еловыми ветками или рубероидом поверх слоя мешковины. Иногда для отпугивания грызунов садоводы мульчируют почву под воздеревом опилками, смоченными в керосине. Плюсы и минусы сорта. Согласно описанию, у яблони Афродита недостатков не выявлено, однако обладателям небольших приусадебных участков не всегда удобно высаживать ее из-за раскидистых ветвей. Дерево требует много места и частых обрезок разрастающейся кроны. Зато положительных сортовых качеств у яблони куда больше, отсутствует периодичность оплодоношения. Год на год не приходится, эта фраза неуместна в описании урожайности Афродиты. При должном уходе даже неблагоприятные погодные условия не помешают ей плодоносить, повышенная скороплодность. Уже в возрасте 5 лет деревце начнет приносить плоды, а еще через 5 лет жизни будет приносить полноценный урожай, высокая морозостойкость. Яблоня не нуждается в укрытии, хорошо перенося зиму средней полосы России, продуктивность. Каждое дерево способно принести 130-150 кг плодов, иммунитет грибку-возбудителю парши позволяет обойтись без обработок химикатами. И избежать потери урожая из-за болезни дерева – неприхотливость. Яблоня Афродита приживается на почвах различного состава и структуры, терпимо переносит переувлажнение почвы, плоды универсальные. В использовании отличающиеся неплохой лёгкостью и транспортабельностью. Помимо средней полосы, данный сорт может выращиваться во Волжье, на Урале, в северных районах Подмосковья, на Украине, в Башкирии, Молдавии. Редко встречается сорт со столь неприхотливым характером и выносливостью, какой отличается Афродита.
Высокая декоративность и отличные вкусовые качества яблок обязательно порадуют тех, кто приобрел для своего участка сорт с таким божественным именем.